29 октября во Дворце легкой атлетики снова пройдет осенний фестиваль городского округа Самара Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В телеграм-канале городской администрации говорится, что в фестивале могут принять участие жители Самары в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, УИН-номера, времени прохождения испытаний принимаются на электронные адреса центров тестирования. По вопросам участия в фестивале можно обратиться в МАУ «Олимп» по телефону 994-37-02. В Красногринском районе учащиеся школы Яхтылык приняли участие в экологическом субботнике и высадке молодых сосен на территории острова Зелененький, сообщают в телеграм-канале. С прибрежной полосы убрали почти 5 кубов мусора, а в самом центре острова высадили 300 молодых саженцев. Акцию организовали для приобщения подрастающего поколения к труду и бережному отношению к природе. Родители первого В-класса школы номер 154 приняли участие в дежурстве родительского патруля, сообщают в телеграм-канале промышленного района. Подобная инициатива взрослых помогает защитить детей на дорогах и создать для них безопасную среду. В процессе дежурства родители патрулировали близлежащую территорию школы, обращая внимание на возможные опасности, связанные с дорожным движением. Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области напоминает о сроках уплаты имущественных налогов. В телеграм-канале Железнодорожного района сообщают, подробную информацию можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, в интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», а также через личный кабинет налогоплательщика или же обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.